Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить FIFA 17 за менеджер. И что у нас с составчиком? Посмотрим, какой у нас состав будет. Против Манчестер Сити. Так, центральники это в любом случае мы меняем. Да, и левый и правый фланги тоже меняем. Вратарь тоже меняется. Так, опорник Кокрен выходит. Где у нас Кокрен? Вот он Кокрен. Так, центр у нас будет Озил. Так, нападение. Нападение, не знаю. Сюда Рэмзи поставим, я думаю, скорее всего, да? Вамбек будет у нас нападение, здесь вот это. Так, запас. Посмотрим запас. А, вот Корсорло может запас войти мне. В эти положения трудные. Ну все, я думаю, больше тут особо ничего такого нету. А, Перес. Пускай в запасе посидит в этом матче. Вот таким составом мы будем ходить на поле. Сохраняемся. Ну, изменения в составе. И уже заходим спокойно на матч. У нас матч в гостях, мы играем с Манчестер Сити. У нас давно арсеналовская форма. А подожди, а мы недавно с ними, кажется, играли с Манчестер Сити или нет? Манчестер Юнайтед. Тоже недавно играли. Манчестер Сити тоже недавно играли. Чего уже по идее по кругу. А, мы с ними Кубок Лиги играли. Но мы Кубок Лиги проиграли. Тоттенхэм уже. Вот так вот, такие вот дела у нас. Ну а ничего страшного. Все, пьем последний пенальти, который не особо тут важный, тренировочный был. И начинаем матч. У микрофона Георгий Черданцев и Константин Генич. На поле футболисты, все вместе. Это очередной матч чемпионата. Сегодня бороться будут не только две команды, Арсенал и Манчестер Сити, но и две футбольные философии. Взгляды на футбольный мир у руководства Арсенала и Сити абсолютно разные. Кроме того, клубы прямые конкуренты в погоне за главным английским трофеем, что и делает их матчи особенно запоминающимися. Арсенал забил больше всех в этом сезоне, это самая результативная команда лиги. Да, нападающие у них в этом сезоне работают просто превосходно, и мы, конечно, увидим их сегодня во всей красе. Смотрим состав Манчестер Сити. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Смотрим состав Арсенал. Эта команда тоже выбрала схему 4-3-3. И похоже, они также решили сделать упор на фланговых игроков. Игра началась, смотрим. Точнее, играем. Что у нас тут игра? Манчестер Сити начинает обороты. Блин, ну как Лена. Это может быть опасно. Уже опустил. Отличный удар. Хороший Очень удар. Очень точно. Даже заострить внимание. Хороший удар. Лоран Кусильни. Уилшер. Джек Уилшер.
А что туда ЗИЛ делают, я не понимаю. Впереди такие быть. Такие передачи придают атакам остроты. Опа. Пас с фланга. А, хороший шанс. Подачи, не защита слишком слабая. Кевин Дебрейн. Опа. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Месут Озил. Дэнни Уэлбек. Нелегко было устоять на ногах после такого единоборства, да. Но ему это удалось. Пас был офигительный. Месут Озил. Возможностью от Кокле. Да ё-моё, что за удар был Коклен, а? Соперник опять бы забил первых минутах почти гол, а? Так, мячик. И пас обратно. Да не тому, ё-моё, а. Потерял он мяч, но кому он достанется? Так, Ремзи. Терпеливо ждут они своего шанса. Санчес. Великолепный проникающий пас. Алексис Санчес. И Санчес забивает гол. Очень вот это да, вот это гол. Забивает вот это настоящий гол. Молодец. Взял на себя на игру. Обошел двух защитников, можно сказать так. И забиваем гол. Я даже не ожидал, что тут забьет. Просто удачу ударил. Понятно, что ошибка курьезная. Понятно, что случайная. Понятно, но ведь здесь. Это и говорит, я думаю, о как он тут полетел. Да, крайне неприятный момент, спору нет, но нельзя. Нормально, Санчес, молодец. Какой ты гол забиваешь. Блин, это не Санчес считали, тем более. Мяч можно только пожалеть. Ё-моё, я думаю, блин, да фигово. Я думаю, Санчес сейчас еще какой-то. Арсенал будет вбрасывать. Поставит, ну то есть смысл это. Так, вот там, можно сказать, я не побеждал Киран в этом сезоне Гипс. Самых проклятых соперников Арсенала. Это Тоттенхэм еще у нас было, две игры. Джек Уилшер. 1-1-0, другой 3-1. Позил. Вообще просто ни о чем. Так, что у нас еще? Месут и Озил. Манчестер. Муринью. Хотят сезоне. Они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Так. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом, вот тут, и не дал дело. Развиться атаке. Арсенал постоянный претендент на самые высокие места в английской таблице, и в этом году у него пока получается оправдать эти ожидания. Так. Да, первое место пока за канонирами. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Да ё-моё, я думаю, надежно пройду сыграно, я. Надежно сыграно, жаль, мяч. Опа, не мяч у нас, ну, он не остался у нас. Травму, что ли, Юндоган. У вас? Игрок получил травму, арбитр останавливает этот матч. Извините, такое, конечно. Каждая травма, особенно стильба. Игроку оказывают помощь, судья ведет мяч в игру. Ну что, начинаем. Отворот, удар будет. Побежали. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отлично. Вот это удар. Здорово сыграл Молодчина. Голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Киран Гибс. Джек Уилшер. Ну что, будем делать-то, господа? Франциско Клен. Рэмзи. Так, готово это. Арсенал в атаке. Гипс дает мяч. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Ничего не дает нам вообще просто. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Опа, опа. Ну давай, бей. Ну ё-моё. Тут вратарь надежно сыграл, пришлось прыгнуть, но мяч забрал. Не смог. Ну ладно, ничего страшного. Это не затазил. Это колоссальность его игры. Просто тут раз он против Баварии. Если пенальти, он забил бы. Может был по-другому был. Типа скоро игра с. Ну эту серию может красть выгодать позже этого. Уилша. Я чуть наперед записываю сейчас. Опять мустать. Снова. Напрашивался этот пас через центр. И за эту серию пройти. Может выйти после этого матча. Я обязательно. Слушайте, буду это матч смотреть. Гвардиолы в лучшие времена. Ударяем Рэмзи. Против Баварии. Какой очень сейф? Жду этот матч. Конечно, чудеса. Я после Кауф-Сити, когда мы 2-0 победили. Я не уверен вообще, так много ничего. Потому что у нас класс. Мы не можем пройти этот.
Рубеж Данмами в последнее время. Ну, тут не в этом случае. У нас центральников, полузащитников нету. У нас они травмы в реальной жизни. Просто колоссальная проблема. Как Рен не восстановился полностью. Из-за боковой. А туда Чемберлейн-то сует. Может быть, как Рен Селнини может поиграть. А, Джака еще, я забыл. Джака только 4 за красную карточку получил. Смотрим только в Премьер-лиге. Но Лига Чемпионов он здесь не виноват. Нифига. Толкнул меня. Был шанс офигенный. Еще заклепать им голчик, да. Так, что я за ломбоков тут собой бежал вообще, а? Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. И есть поддержка у этой атаки. Кевин Де Брюйн. Опа, хороший потерял игрок, отлично, мне даже нравится он. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось, они просто потеряли. Ну что, контратака, мяч. Давай, погнали. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Опа. И красиво, и полезно. Замечательная передача. И Ломбок забивает гол. Положение вне игры. Да ё-моё, блин, а, я был счастлив так, а. Как есть, так, как давай есть. Смотреть повтор. Там никуда не денешься. Неудивительно, что игрок был уверен в своей правоте. Офсайд, что называется, ну, а я не заметил даже этого офсайда. Ну ладно, ничего страшного. А игра будет завтра, получается. Я записываю 14 февраля. Игра будет завтра, уже поздно. Вечером. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. И первым на этой передаче оказывается защитник. Вот и готово все. Уэлбек. Не торопясь, спокойненько входим. Когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Входим. Ай, блин, а. Хороший шанс был. Так, ему фигово дать пас. Позил. Есть варианты, куда сделать пас. Отличный удар. Да ё-моё, что за удар был, а? Позил. Да, блин. Защитника чисто сыграл. Отняли все подряд. Так. Нам нужно что был мяч у нас. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Да, не прошел. Не безинтересная задумка, но так, исполнение не точно. Он даст. Ну, ё-моё, да. Фернандо. Все, свисток. Уходит команда. Первый тайм ходит 1-0. Забивает Санчес, мы засчитали вратарь. Автогол. Эвертон играет с Тоттенхэмом 1-1. В данный момент. Ну что, начинаем. Первый тайм Арсенал может занести себе в актив. Посмотрим, что покажут команды во втором. Ну, команда так не уставшаяся. На самом деле, игр дофига у нас. В последнее время сейчас еще Кубок Англии пойдет. Дэнни Уэлбек. Мы сейчас отдохнем чуть-чуть. Это может у нас быть опасно. Кубок Лиги. Уже катает все, мяч перед закончился. Чужой штрафной в надежде на открывание кого-то. Ух, жестоко я вот протаранил его. Гаэль Клиши. Так. Берлин, как всегда, здесь. Отлично сыграно, надо решать. Но я не успеваю. Забери, что-то странно, забери, не успеваю за ним. Ну что, игрок обороны здесь оказался в нужном месте и в нужное время. Защита, ну, все, переход, молодец. Как Рен. Санчес. Переход в центральной зоне. Да ё-моё, блин, а. Не заметил, как это случилось. Передача в его исполнении сегодня опять невероятно. Блин, ну это не точный пас. Это кто там, может быть опасно. Лучше, кажется. Мяч летит в сторону. Удар, молодец. И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. Вратарь у нас тащит все. Мяч за пределами поля, угловой. Илкай Гюндоган. Что, опять не угловой? Да, снова угловой. Венсан Компани. И Компани забивает, да? Нет, команда не он. Компани вообще-то лысый.
кому он там прибежал. Что-то не узнал я его. Офигеть просто. Счет равный, они возвращаются в игру. Ну, вы отрикошетило. Снова равенство. Неправильно вы не успели выйти. И вот такая ситуация у нас произошла. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Уилша. Так, у нас следующая игра, если не ошибаюсь, Лиги чемпионов. Уэлбек! Хороший удар, но какой-то. Да ё-моё, ну что на перехват никто не было. Видели мяч пустой? Бегите сразу на него, если вы прям стоите. Нужны нападающие. Вообще, если весь Бромич будет играть. Илкай Гюндоган. Синдзи Кагава. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Пошли последние полчаса игры. Игра уже Франциско Клен. Так, погнали. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Да, великолепно. Как всегда. Этот мяч наш. Да ну кому ты вот пас даешь? Здорово. А отличная работа. А Санчесу не дано было дать? Я хотел Санчесу Рахим дать. Стерн. Иди сюда, Павла. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Красиво сыграно, как эффектно. Поджимать хотят. Неплохой мог получиться навес, если ну кому ты вот пас дает всегда, а? Давай, Санчес, беги, ё-моё, родимый. Алексис Санчес. Арсенал атакует. Уилшер. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Нужно выходить вперед, бей! Да, ё-моё. Опять не получается. Снова какой-то бей. Ну все, да. Как раз 68 минута. Что у нас есть здесь? Так, я Корсору хочу попробовать выпустить вместо Азилу сейчас на данный момент. Ну все, пока у меня больше проблем нету. Ну просто интересно. За пределы поля и Арсенал будет вправо. Дать Азилу отдохнуть. Лиги чемпионов все-таки следующий матч. Ну а что-то нам пофиг. Арсенал идет в атаку. Санчес. Корсорла, да ё-моё, а. Корсор, ну только что вышел, ё-моё, ты уже кривой пас. Фернан. Как так можно, чтобы стареть так сильно? 20 минут осталось играть. Так, играем дальше, пока еще время есть. Остановилось это может времени, быть опасная но атака. Это вообще у них не атака была, не знаю что. Франциско Клен. Давай, сюда. Уилшер. Санчес. Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Великолепно исполненный пас в разрез. Опасно! Ну, Санчес ударил, но фиговый. Был ударчик. Бежим, бежим, бежим. Мустафа успевает, дает Касилни. Лоран Касилни дает как Рену, как Рен Ремзи. Аарон Ремзи. Ремзи уже тут запутался. Франциско Клен. Так, 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 так. Вот так вот. Корсорла. Смотрим за этой атакой. Ремзи. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Хороший удар, но Кипер тут вратарь. Мяч куда подальше. Впереди будет. Ну, точнее. Да ем, ну, отобрали мяч пас, соперника, а. Теперь можно начинать свою атаку. Сейчас мы увидим замену в команде хозяев. Да, будет остановка, и кто-то из игроков покинет поле. Уилшер. Да. Вот это да, отличный переход. Уилшер вообще что-то пасы какие-то кривые дают, да? Удар! Ой, что творится-то, ё-моё, а? 11 метров, ты что, офигели вообще, ё-моё, а? Это 11 метровый, а? Шанс выйти вперед и выиграть матч. Какой он нафиг 11 метровый? А вот что нашли, это большой вопрос. Похоже, тренер готов произвести замену. Очумить просто.
Да ё-моё, я так и думал, тот, но только не туда кинулся. Ну всё, гол, гол, что можно сказать? Говорят, что пенальти это всегда лотерея. Категорически не согласен. Пенальти это мастерство. Что мы сейчас увидим? Он был спокоен и точен. Вот так он реализовал пенальти. Игра возобновилась, Арсенал проиграл. Офигеть, да? От Манчестер Сити уже поражение берем. Киран Гибс. Алексис Санчес. Кто мог это подумать, а? Ну давай, Жали Ремзи, ё-моё. К воротам и ждут свой шанс. Да. Надежно играет защитник, атака прервана. Буду фигню вытворять. До конца игры 5 минут, и у нас шаткое преимущество в один мяч. Отлично сыграно, надо решать. Де Брюйне адресат этой передачи. Дэнни Уэлбек. Алексис Санчес! Да ё-моё, вратарь тащит этот удар. На угловой. Слабый, конечно, был. Шанс для Арсенала. Так, на угловой, на угловой, на угловой. Нет, слишком близко вратарю. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Чё был-то? Чё, с ума посходили? Давайте, блин, а? Прижимайте их. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики. Да ё-моё, блин, это вообще тут дома. Кингсли Коман. Не, справляется вратарь. Не забивает, не забивает. Угловой на последних минутах матча. Можно упрочить преимущество, забив еще один гол. Неожиданно, да, какая-то пенальти. Вот это удар! И со второй попытки голкипер спасает. Вот давай, давай, вот давай, давай. Ну, блин, что там бежали, что Косю не делали, да? Из предыдущего момента. Все, свисток, проиграли мы, а это вот тоже матч. Арбитра, оба окончания матча 2-1. Проиграли, сильным команду проигрываем. Матча, футбол состоится в любую погоду. Сегодня мы увидим. Сильным команду мы проигрываем. Очень фигово. Автогол. Это вратарь, да? Это фиг вот. Нет гола. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Некрасиво и полезно. Замечательная передача. Ну это да, это хороший был, замечательно. Ну тут уже понятно было дело. За малое. Так, продолжаем мы. Эвертон с Тоттенхэмом 1-1 сыграли. 3 поражения в этом сезоне уже есть. Это игра декабрь. Последний. Так, у нас тут есть тренировочная. Давайте на тренировочку пустим. Так, Жиру у нас до сих пор травма. Ну, давай тебя поднимем чуть-чуть, ё-моё, что ты будешь там смотреть на нас. Так. Да, как всегда у нас эпидемия с этими флангами. Но подальше у нас дофига, из-за этого мы можем себе позволить кого-либо. Ну да, тебе 19-летний. Так, центральный защитник. Тебя, обязательно тебя качаем. И вот это, да? Качаем. Ну все, расчет само по себе. Ну, поднялся у нас центральничок. 75 стал, скоро догонит. И вот этот форвард нападающий тоже самое. Ну и все, пропускаем. До следующего матча. Что у нас там за новости? Так, полный выздоровел. Это кто, интересно? Жиру? Наконец-то уже, да? И после этого матча, если у него все нормально, он может уже выйти на поле. А, нет, Алекс Чемберлейн. Ну, тоже очень хороший, замечательная новость. Ну, что у нас тут по прибыли? Так и сидим мы на одном тоже месте. То плюс, то минус, то плюс, то минус. Да, супер вообще. Бюджет мне не важен. Так, это не то.
А вот эта встреча тоже не то. Я хотел посмотреть это. Так. Ну, я думаю, на этом основном уже в следующей серии узнаем, какой там где стоим. Там уж по-любому игра будет. А тут нам все равно как угодно можно играть. Ну, давайте всем удачи, всем пока. Увидимся в следующей серии итоги прохождения. Всем вам пока.